В Московской области стартует военно-технический форум «Армия-2021». Участие в нем примут и дагестанские предприятия, обслуживающие оборонный комплекс страны. Среди них КЭМС, «Дагдизель», а также обувная фабрика «БОВ», которая до этого года занималась изготовлением обувных деталей, а в этом уже полноценно отшивает сапоги и берцы самостоятельно. На форуме они продемонстрируют качество своих изделий в эксплуатации. Отмечу, что планируют посетить площадку форума и в РИО главы региона Сергей Меликов. Чтобы выйти на российский рынок и на страны СНГ, потому что там будут присутствовать представители зарубежных стран, представители СНГ и представители обороны России. Планируется с кем-то заключить контракт? Мы так планируем, но пока еще не знаем, потому что мы первый раз участвуем на этой выставке, и мы как бы новички, так как мы до этого производили комплектующие для обуви в течение 15 лет, но решили поменять направление и заняться уже выпуском самой готовой продукции.